Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал Джиджи Фэмили, продолжаем Френдбоул. Так, у нас Френдбоул стала деревом, и ее привезли куда-то, у нас это третья глава вегетативное состояние. Мы вообще не понимаем их язык, что они нам говорят. Приветствую, существо, меня зовут Жиар, ты говоришь по-человечьи? Боже мой, да, говорю, наконец-то! Мой хороший друг Райт рассказал, что ты показала ему рисунок. С четырьмя людьми и котом. Полагаю, ты одна из них, маленькая девочка. Прошу, прости моего друга, если он напугал тебя. Мы никогда не видели человека, похожего на дерево. Помогите мне, прошу, я девочка. Ха, нет нужды говорить, дитя, плод мне все покажет. Какой плод? А? Что это за ягода? Или фрукт вырос? Хм, посмотрим. Ты хорошая, без сомнений, искатель правды. Частое явление в семейном древе Боу. Ага, тебя зовут Френ, девочка со страстью к жизни. Я вижу больше любых существ, стоящих рядом с тобой. Кот, защитник врат. Интересно. Вы можете видеть все это в плоде? Тише. Я вижу что-то еще. Плод ничего не скрывает. Вижу мир, который никто не должен видеть, кроме одного. Что вы имеете в виду под кроме одного? Вы про монстра? Ты не должна быть здесь, Френ. Это все, что я могу тебе сказать, мое дитя. Я понимаю, вы можете мне помочь? Мы не можем отпустить тебя, это слишком опасно. Ты не должна была узнать о нашем существовании. Должен быть способ. Скажите мне, я умерла? Умерла? Что это значит? Это когда ты больше не существуешь. Быть деревом ненормально. Должно быть, я умерла. Смерть не что иное, как отсутствие любви. Если ты не любишь, ты умираешь, даже если тело продолжает жить. Если я не мертва, вы должны помочь мне вернуться домой. Кот, подойди ближе, дай посмотреть на тебя. Как тебя зовут? Меня зовут мистер Полныч. Красивое имя. Как думаешь, Френ должна вернуться домой? Думаю, да, сэр. Верните нас домой, умоляю вас. У меня есть вопрос. Вы король? Вы забавные. Да, я король. Король Иверсты. Какая честь, ваше высочество. Мне нравятся ваши листья. Они красивые. Король, сэр, пожалуйста. Вы поможете? Почему ты хочешь вернуться домой? Плод поведал мне твою историю. Вам почти не к чему возвращаться. Есть много причин, сэр. Но самое главное, это моя тетя, она защитит меня. Я хочу, чтобы обо мне кто-то заботился. Я сбита с толку, хочу туда, где буду чувствовать себя как дома, сэр. Понимаю, ты очень храбрая. Я просто хочу домой, прошу, помогите мне. Есть вещи, которые я не могу сделать, но я могу... А, ну я помогу тебе. Я проведу тебя к двери, что отнесет вас домой. Твоя задача — пройти сквозь нее. Правда? Большое спасибо. А где эта дверь, сэр? Поговорим об этом позже, сперва. Ты должна научиться говорить и ходить. Да, сэр, было бы здорово. Боюсь, я не смогу вернуть тебе человеческое тело. Только великий волшебник вам может, но мы поговорим о нем после процедуры. Сначала ты должна понять наш язык. Но как я смогу понять ваш язык? Съешь этот фрукт. Нормально. Твои уши и язык будут понимать, но не глаза. Ты не сможешь читать. Не беспокойтесь, я всегда могу спросить. Извините, вы понимаете, что я говорю, человеческая леди? Да, понимаю, вы такой добрый, это удивительно. Ты понял, котик? Нет, я не понял. Ты дай один фрукт для себя, кота, ваше высочество. Тебе не нужен фрукт, мистер Полныч. Наш остров полон ароматов и звуков. Скоро ты взглянешь на все, как на свой мир. Никаких сомнений. Ты справишься, котик. И, сэр, вы знаете, почему я стала деревом? Да, но не думаю, что я тот, кто должен отвечать на это. Теперь перейдем к процедуре. Ты боишься высоты? Немного. У меня кружится голова. А что? Отведи ее наверх немедленно. Куда вы меня несете? Что вы собираетесь со мной делать? Достать тебе пару рук и ног. Все будет хорошо. Я буду ждать тебя, Френ. Я люблю тебя. Вот это да.
Добрый день, меня зовут Палантрас, и я твой доктор. У тебя экстренный случай? Ого, удивительно, какая большая пушистая штука. Прошу прощения. Ой, простите, просто я никогда не видела подобного вам. Я все еще пытаюсь понять, что это реально. Меня зовут Фрейн, я человеческая девочка. Король прислал меня за руками и ногами, чтобы я смогла отправиться домой. Человек? Думаю, мы сможем достать тебе пару ног и рук. Нам придется лететь дальше, чтобы исправить это. Ты готова очутиться в лапах чудовища? Какого чудовища? Меня, я чудовище. Полетели. Да, наркомания продолжается. Вот мы и здесь. Ух ты, это место такое красивое и спокойное. Хотела бы я остаться здесь. Спасибо, это мой дом. Здесь я был рожден. Дух великого Валака создал его. Здесь самая чистая вода во всей вселенной. Ничего себе, звучит здорово. Итак, когда я получу свои руки и ноги? Ох, верно, мы ждем, когда вода очистит проклятие. Тем временем мы можем поговорить. Хорошо, так кто такой Валака? Ты не слышала о пяти реальностях? Он король первой реальности. Давным-давно он воевал с тьмой и пал. Он пал так сильно, его сердце было разбито, он был один. Он прибыл в Эверсту, и его кровь окрасила воду в розовый цвет. Вот почему она такая чистая. Это длинная история. Ого, звучит грандиозно. То есть я не знала о других реальностях. Но как ты здесь оказалась? Что привело тебя в Эверсту? Мой котик, мистер Полныч, я возвращаюсь домой. Я была так рада его снова увидеть и обнять, но потом мы упали. Это сделал большой монстр, который нас преследовал. Он сломал мост, но хотел моей смерти. Кто хотел твоей смерти? Звучит ужасно. Я предпочитаю не говорить об этом. Но, сэр доктор, вы знаете, почему я стала деревом? Да, иногда наши желания так сильны, что сбываются. Ты сделала это, чтобы остаться в живых. Твое человеческое тело было уничтожено. Но ты хотела остаться собой, хотела сохранить себе жизнь. Поэтому ты заняла пустую оболочку, чтобы сохранить свои воспоминания. Я впервые вижу, чтобы человек использовал дерево в качестве кокона. Но тебе опасно здесь находиться? Это делает нашу землю уязвимой? Я сама это сделала? Ого, но Палантрас, сэр! Как? Я не поняла, что сделала что-то? Ты не поняла, что сделала? Ясно, что ж. Прибыв в Эверсту, ты открыла дверь между нашими реальностями. И пока эта дверь открыта, нежданные существа могут попасть сюда. Если это произойдет, баланс будет отравлен. Есть только один, кто хотел бы отравить вторую реальность. Монстр, жуткая чернота. Я не могу смотреть, как это происходит вновь. Просто не могу. Не грустите, доктор. Я сожалею о том, что сделала. Я не хотела. Ах, маленькая девочка, ты такая милая. Тебе не о чем сожалеть. Ты особенная, но давай сосредоточимся на твоих руках и ногах, хорошо? Да, доктор. Воин солнца, дух воды, дай Френ ее руки и ноги. Как ты себя чувствуешь, Френ из Эверсты? Я чувствую себя прекрасным деревом, у меня есть листья. Рад, что тебе нравится, я говорил, что мы это исправим. Это волшебная вода, она может починить все, что угодно. Что угодно? Думаете, она сможет починить моих мамочку и папочку? О чем ты? Починить? Что с ними не так? Ничего, доктор, большое спасибо за помощь. Вы лучший доктор, что у меня был. Вы пушистый и красивый. У меня был другой доктор по имени Дирн, но он был просто злым стариком. Стариком? Думаю, это не так. Может, он просто следовал правилам? А теперь пойдем, я отнесу тебя на станцию. Он на самом деле милый. А она теперь ходячее дерево. Вот и мы. Покажи королю Жиярун, каким гражданином Эверсты ты стала. Еще раз спасибо, доктор. Вы должны познакомиться с моим котиком. Это было бы прекрасно. Скоро увидимся. До свидания. Вот тебе такие смешные. Пушистый котик. Ах, тебе нравится? Вот и я. Френ, дорогая, у тебя лисина, говорит, ты красивая. Позволь взглянуть на тебя, каким гражданином Эверсты ты стала. Спасибо, сэр. Доктор потрясающе, он творит волшебство с помощью воды. Но он грустил, он рассказал мне много вещей, но я не совсем поняла. Не волнуйся, Палантраза будет в порядке, я знаю причины. Нам нужно уладить кое-какие проблемы, но тебе не о чем беспокоиться.
Давай лучше поговорим о том, как тебе вернуться домой, хорошо? Да, пожалуйста, вы говорили что-то о великом волшебнике. Да, только великий волшебник сможет вернуть тебе человеческое тело. И у него есть камни, чтобы открыть дверь, которая приведет тебя домой. Где волшебник? Какие камни? Эта земля полна непонятных вещей. А ты еще не вышел из замка, уже хочешь все знать? Вот страсть, о которой я говорил. Имей терпение, Френ. Великий волшебник живет внутри великой горы Котры. Но мы его не видели уже некоторое время. Найди его, и все будет хорошо. Почему вы сами не пытались найти великого волшебника? Не было необходимости, все логично, понимаешь? Для нас не нужно колдовать или варить зелье, мы можем это делать сами. Более важная задача волшебника – защищать камни, открывающие дверь. Понятно. Выходят камни – это ключи. И где эта гора, вы сказали? Тебе придется поспрашивать, следуй за указателями. Мне пора идти. Но я вернусь, чтобы помочь тебе открыть дверь. Хорошего тебе дня, Выверсти, и удачи в поисках великого волшебника. Доктор тут. Ты видел большое существо, котик? Это по Антрас, он починил меня. Да, он очень пушистый. Чуть не забыл, вот твоя сумка. Спасибо, котик. Ты видел мои таблетки? Нет, может, они на другой стороне озера, рядом с твоей одеждой. Что ж, в любом случае, у нас есть другие дела. Нам нужно найти волшебника. Да, король также говорил что-то о горе. Да, гора Котрам. Великий волшебник живет там. Пойдем. Пойдем. А, ну мы отсюда пришли, все поняла. Цветы. Ладно, пойдемте дальше. Нет, вы не можете войти, закрыто. Ох, закрыто, я не знала, что за этим проходом. Библиотека, конечно же, но она закрыта. Закрыто. Возвращайся зимой или осенью, тогда оно будет открыто. Эй, ты то говоришь из деда, что я отвел к Палантрасу? Да, это я. Палантрас дал мне руки и ноги. Да, и голову. Это очень хорошо. Да, но почему библиотека закрыта, сэр? Все логично. Когда солнце вращается вокруг второй луны и версты, мы открыты. Только тогда можно получить истинные знания. А это случается только зимой и весной. Спасибо за информацию, сэр. Но у нас нету теперь наших таблеток. Так. А, ну я ж читать не могу. Здравствуйте, сэр. Вы охранник? Да. Понятно. Вы знаете, где находится гора Котра? Да. Вы можете сказать, где это? Да. Скажите, прошу. Гора Котра находится в зимнем времени. В зимнем времени? О чем вы? Конечно, в зимнем времени. А ты что подумала? Понятно. Пока-пока. Зимнее время. Так, что тут у нас? Это карта. Это земля. Гора. Что на указателях написано? Так, гора это вот туда. Давайте вот сюда сходим. Привет. А, кто здесь? Кто? Я Френ, вы меня видите? Теперь я вижу, у тебя 4 глаза, ух ты. 4 глаза? У меня нет. Что вы продаете? Самые лучшие пломбасы с изюмом. Хочешь их понюхать? Конечно, они похожи на кокосы. Это какашки, мисс. Какашки, которые собирают, а не кокосы. Какашки? Как в туалете? Ничего себе, я думала, какашки есть плохо. Плохо? Почему? Они вкусные, здесь их любят. Они помогают расти и сиять. Мне нужно идти. Удачи с пломбасами. Так, всякие ткани. Привет, я Френ, что вы делаете? Добрый день, я Брутер, я кую этот кусок железа. Для чего?
Мне нужно сделать часовщику несколько деталей. Понятно, вы делаете любую работу по металлу? Конечно, если у тебя есть идея, мы можем их обговорить, и тук-тук, я это сделаю. Спасибо. Тук-тук. Так, часовщики. Да, тут вообще что-то их очень столько много. Так. Замечательные фрукты. У меня миссия вернуться домой. Хочу быть голодной, как там окажусь. Ты из какой части Версты? Ты живешь за пределами острова? Нет, я вообще не из Версты, я человек. Человек? Что-то новенькое. Что ж, надеюсь, ты выполнишь свою миссию. Здравствуйте, что вы делаете? Работаю над своими часами. Понятно. Сэр, вы знаете, где я могу найти великого волшебника? Нет, вместо делаю часы, чиню часы, слушаю часы. Тик-так. А вы знаете, где находится гора Котром? Гора Котром существует в зимнем времени. Зимнее время, иначе это обычная гора. Так, ладно, спасибо, пока. Так. Так, ну, тут ничего интересного. Все, пойдемте. Так, здесь что? Привет, крошка корень, ты очень милый. Спасибо, ты тоже милая. Ладно. Так, добрый день, сэр. Добрый день, маленькое существо. Я видел летающие лодки, сэр, как они работают? Они словно плавают по воде, но вместо воды воздух, все просто. Я могу одолжить одну из ваших лодок, чтобы улететь? Домой? Понимаю, но, к сожалению, лодки только для иверсианцев. Понятно, спасибо. Привет. Добрый день, дитя. Что вы делаете? Война вот-вот начнется, и я не вижу смысла в бессмысленном. А что вы имеете в виду? Присоединяйся, дитя, я дам тебе золотую монетку, если ты выживешь. Присоединиться в чем? Игра вот-вот начнется. Ты играешь за Камала, а я за Валок. Белый и черный, свет и тьма. Это настольная игра, сэр? Да, настольная игра. Я дам тебе монетку, если выиграешь. Что скажешь? Какие правила? Разместишь твои фигуры по диагонали, горизонтали или вертикали, и ты выиграешь. Используй механизм, чтобы знать, кто начинает. Играешь? Конечно, похоже на крестики-нольки, в которые мы играем в школе. Но зачем вам отдавать мне золото, если я выиграю? Время золота. Я очень стар, живу уже очень долго. Я просто хочу весело провести время. Понимаю. Что ж, сыграем. Так. Я вот в эти крестики-нолики-то не особо умею играть. Монетка. Что ли? Ну, конечно же, он сюда поставит. Никто не выиграл. Так, опять белые.
Ах, ты ж гадина, сложил, я затупила вообще. Я же говорю, я плохо играю в крестики-нолики. Да блин, да серьезно! Как он так меня обставляет? Так. Не получится. Как вот получилось выиграть до этого? Блин, да вот как он так делает, а? Почему у меня так не получается? Да, весело. Как у тебя выиграть-то, а, проклятущий? Почему постоянно он ходит? Я не понимаю, как тут мне выиграть-то у него? Вот надо было учиться в крестики-нолики играть. Он задолбал постоянно ходить. Он это делал. Даже если ставишь середину, ты все равно не выигрываешь. Сволочь. Это вообще можно играть бесконечно. В любом случае я проиграю. Ну вот. Да. Жестко. Но почему ты не даешь мне выиграть? Ой, у крестики нолики это же прям там целая система. Как обыграть? Ну все, он поставил посередине. Все, и выиграл. Капец. Ой, наконец-то! Еще что ли надо играть? Да ты издеваешься. Блин, не туда поставил. А он бы в любом случае выиграл тут. Ах, ты ж зараза. Хотела его обмануть, обманула себя в итоге.
Да блин! А-а-а! Я просто туплю вообще. По-жесткому. Ой, почему вот так нельзя? Как я до этого его обыгрывала? Гадина. Сюда не мог поставить, что ли? Ну, он сюда ставит. Надо ходить первым, тогда проще. Гадина. Ну, сюда поставит, конечно же. Вот как это получается вот выигрывать, а? Вроде простая игра, крестики-нолики, чё-то нифига. Чё он такой умный? Чего, я его тут опять заблокировала. И что нам это дает? Ничего не дает. Так, с горем пополам победила его. Такой прям жесткий. Хорошо играет в крестики-нолики. Либо просто я так плохо играю. Пойдемте туда. Так, а куда нам идти-то? Очень странные часы. Где цифры? Ай, зачем вышло? Зачем же ты вышла? Так, смотрите, нам получается правильно. Надо вот сюда. Так. Теперь у нас тут часы не работают. Итак. Часы не работают. Ну да. Не работают. Может, часовщик нам что подскажет? Сэр, у меня есть небольшая проблема. Да, но у меня нет. Часы на дереве не сломанные, я не могу заставить их работать. Сломанные часы — это безобразие, бедные часы. Вы должны мне помочь, прошу, почините их, мне нужно домой. Я никогда ничего не часы за просто так, иначе моя жизнь пропадет. О чем вы говорите? Я беру одну золотую монету за часы, время золота, знаешь ли? Вот, сэр, ваша монета. Да, но сначала ты должна предложить мне работу. Хорошо, будь вежливой. Сэр, часовщик, хотели бы вы починить мои часы? Взамен на этот кусок золота и во имя времени. Я умоляю вас принять мое предложение. Конечно, это было восхитительное предложение о работе. Очень страстно. Отлично, пойдемте к большим часам починим. Ну, пойдемте. Так, здесь ничего нету, да? Привет. Добрый день, живое существо, все хорошо? Да, я в порядке, что вы делаете? Я нюхаю этот цветок, прекрасное творение. Вы кого-то ждете? Я жду, когда вырастут лимоны. Ты любишь лимоны? На мой взгляд, они немного кислые, но лимонад вкусный. Я как раз буду делать лимонад для посетителей бара. Мы добавляем туда кое-что еще, чтобы улететь.
Понятно, мне пора идти. Так. Цветок скоро распустится. Это к горе дойти. Ага. Здесь, скорее всего, может быть бар этот. Ух ты, елки. Опа! Ничего себе! Что вы такое? Вы выглядите как фея из моих книг. Чистейший чувств свет всей материи. Мы валки. Ах, вы сияете и делаете меня счастливой. Такой счастливой. Смотри, создание. Один из молодых валка получает маску. Она же за нами следила. Так. Воин солнца, создание из почты, фрукты, семечка. Будь свободен и пусть вселенная осветит тебя правдой. А? Куда вы все идете? Мы продолжаем наш путь к жизни. Да прибудет с тобой свобода, мой друг. Сэр, Лемис, вы можете творить волшебство? Вселенная постоянно творит волшебство. Ты сама полна волшебства. Но я хочу узнать... Странно, мне кажется, что вы знаете все на свете. Мы свет, мы повсюду. Какие ответы ты ищешь? Я хочу узнать, кто убил моих родителей. Почему монстр охотится за мной? Правда, придет к тебе, кто ищет. Твой путь к истине бескрайний. Ты живешь в мире, который повернулся к тебе спиной. Ты слишком слаба, чтобы узнать правду, и сильна, чтобы отпустить ее. Короче, как обычно, вопрос именно вопрос. Дорогая, не грусти, нам нужно идти дальше. Да, котик, ты прав. О, это перемещает руки в варвок, потрясающе. Нам, наверное, надо их как-то выставить. Может быть, нам чего-то не хватает. Он починил, нет? Ты была права, часы сломаны. Вы ведь можете их починить? Конечно, секунду. Воу. Да, вот. Что такое? Похоже, что эти часы кто-то повредил. О чем вы? Я имею в виду, что их сломали. Это аморально, ломать беззащитные часы. Зачем кому-то их ломать? Камала, зима, гора Котром, камни. Много причин, мисс. О чем вы говорите? Я не понимаю. Камалы звать тьма, не работает на Эремора жуткую черноту. Только камалы могут здесь находиться, единственное зло у нас в округе. Это меня не удивляет, Эремор хочет получить камни, но я не понимаю. Эти камни имеют смысл в его королевстве, камни в зимнем времени. Эремор — это огромный черный монстр в маске козла, мертвого козла. Да, ты его знаешь? Да, думаю, за него я попала сюда, понимаете? Я человек. Человек, теперь я понимаю. Мне тоже нужны камни, они мой способ попасть домой, надеюсь, еще не поздно. Вот почему тебе нужно попасть в зимнее время и отправиться в горе к Отрам. Да, именно так. Я должна поговорить с великим волшебником и одолжить камни. Что ж, я все починил. Я дам тебе кое-что для удобства, вот. Это пульт управления часов. Ты можешь отправиться во все четыре времени года, повернув его. Это только прототип, а может не сработать, если будешь далеко. И запомни, время — это бесконечная слоистая реальность. Будь осторожна. Я буду осторожна. Большое спасибо, вы очень милый часовщик. Прошу, зови меня Когвинт. Хорошо, мистер Когвинт. Кстати, я Фрэнс. Скоро увидимся. Пока. Что ж, ребятки, мы с вами скоро увидимся. Давайте на этом мы тогда закончим. Ребятки, не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик и вступать в наши группы. Все ссылки в описании. На этом все. Увидимся в следующей серии. Фрэнбоу. Пока.